Всем привет, меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга», и это наш подкаст «Стань ученым», в котором мы приглашаем представителей науки, популяризаторов, поговорить о науке. И вместе со мной сегодня соведущая Дарья Жигульская, психофизиолог. Да, психофизиолог, генеральный директор компании «Нейродрайв». Добрый день. И сегодня гость у нас Александр Яковлевич Каплан, доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Александр Яковлевич. Здравствуйте. Начнем, прежде всего, наверное, с каких-то основ. Расскажите, чем вы занимаетесь в своей лаборатории? Ну, вот вы уже прочитали, моя лаборатория называется нейрофизиология и нейрокомпьютерных интерфейсов. Такое формальное, официальное название. А по сути дела, это, в общем-то, такая лаборатория изучения мозга человека. И поэтому мы занимаемся разными подходами к тому, чтобы понять, как работает, как устроен и как работает мозг именно человека. Ну, там самые важные такие функции, которые особенно у животных не очень-то и изучишь, допустим, мышление, воображение, сознание, это все такие высшие функции, которые присущи более, скорее всего, более человеку, чем животным. Поэтому вот в рамках этих функций, в частности, конечно, интересно попробовать расшифровать как-то увидеть, визуализировать эти функции. Ну как, можно спрашивать человека, что ты вот сейчас думаешь или что ты сейчас намыслил, а можно регистрировать какой-то параметр. И по движению этого параметра, по динамике этого сигнала, можно было бы судить, вот какие там внутренние механизмы включаются, выключаются, и какой такой параметр выберешь, вот если так вот не сверлить дырочки в черепе. Энцефалография – это такой основной параметр, который мы знаем по больницам, по поликлиникам, метод, разработанный лет 100 назад, и заключающийся в том, что на кожную поверхность головы накладываются электроды. Электродами могут быть, например, копеечные монеты. К ним припаять проводок, вот вам и электрод, потому что он таким образом чувствует и снимает электрические потенциалы, наводящиеся от мозга, это отголоски работы мозга на кожной поверхности человека. И дальше все это идет для аналитической работы в цифровом виде. А электричество, которое мы снимаем с кожной поверхности, это на самом деле отголоски электрической работы нервных клеток. Нервные клетки, как мы знаем, они все имеют так называемый электрический мембранный потенциал. И вот динамика этого потенциала, она выражается в знаменитых нервных импульсах и еще в другого типа активности. И вот это все суммируется, и в конце концов эти отголоски мы видим на своих электродах. Ну вот как-то вот то, чем живет мозг, мы видим воочию. Дальше большая проблема расшифровки всего этого дела. Вот основной методический такой подход. Конечно, не только в энцефалограмме, мы знаем, выражается деятельность человека и даже мыслительная деятельность человека, она выражается, вообще-то говоря, и в сердцебиении, в кожной гальванике, то есть в потенциалах, кожных потенциалах. Она выражается в каких-то легких движениях рук, головы, поэтому все это мы тоже регистрируем. Мы ставим акселерометр для того, чтобы чувствовать движение, ставим датчики для регистрации сердца, ставим датчики для регистрации кожной гальваники и так далее, ну, в зависимости от экспериментов. И все это для того, чтобы все-таки как-то собрать побольше так называемой биометрической информации, чтобы понять, что происходит в мозгу человека. А какие методы, кроме, так скажем, снятие электрических потенциалов существует? Какими методами ученые, в принципе, еще пользуются? Ну вот, если мы говорим о неинвазивном варианте, то есть не сверлим дырочки, не вскрываем череп и так далее, то такой наиболее практичный метод – это все-таки электроэнцефалография, потому что это безинерционное отражение того, что происходит в мозгу. Но, конечно, в мозгу происходят еще метаболические изменения, там кровоток меняется, самые разные такие биохимические параметры.
Поэтому для этого слушают свои методы. Но самый такой лучший из них – это магнитно-резонансная томография. Это такой очень такой современный, но очень трудоемкий метод, потому что мы знаем, я напомню просто, это когда человека засовывают в такую трубу, где измеряются, ну, можно сказать, магнитные отклики самих молекул, например, молекул гемоглобина. И вот таким образом можно измерять распределение кровотока по всему объему мозга. Причем очень точно в трехтесловых таких томографах можно измерять кровоток в объеме 3 кубических миллиметров. То есть вот так вот весь объем делится, но это метаболический отклик. Мы понимаем, мысль мгновенная. Если она какая-то энергетически емкая, тогда будет и метаболический отклик, но он будет через несколько секунд. То есть мы так с некоторой отсрочкой. Но вот это вот мощный метод, который сейчас применяется для исследования работы мозга. Есть методы магнитной энцефалографии. Ведь мы так вот понимаем физически со школы, что не бывает такого электрического поля. Всегда это электромагнитное поле. Просто векторы там направлены ортогонально друг к другу. И можно ловить это поле магнитными датчиками, а можно электрическими датчиками. Вот энцефалограмма – это электрические. Магнитные датчики тоже это удобный метод. Это такой метод удобный для погружения в фундаментальные механизмы, но тоже довольно дорогостоящий и непрактичный, потому что чувствительность магнитных датчиков повышается только при помощи заливки их жидким гелем. Надо остановить внутренние молекулярные движения, атомарные движения при такой заморозке, чтобы они не наводили шумы. Ну, получается тогда высокочувствительный метод анализа магнитной компоненты. И это важно, если мы хотим изучать активность мозга внутри борозд. Мы знаем, что кора очень так сжата, свернута, так сказать, в такие извилины и борозды между ними. И вот внутри борозд электроэнцефалография не чувствует, по некоторым обстоятельствам теоретическим, не чувствует активность, а вот магнитные чувствуют. Вот такие вот методы, которые, собственно, на регистрации электрической активности мозга. А если говорить про ЭЭГ, на этот метод есть довольно много нападок, потому что ЭЭГ сравнивают ситуации, когда мы пытаемся судить о работе мозга как бы косвенно, как судить о работе двигателя по его шуму. И люди спрашивают, оправдан ли этот метод для использования в фундаментальных исследованиях или нет. И действительно, у ЭЭГ очень хорошее временное разрешение, но низкое пространственное, потому что электроды достаточно большие, плюс мы их располагаем на поверхности головы, то есть у нас над мозгом еще есть 3 мозговые оболочки, кость, надкостница и кожа. Соответственно, большой вопрос – что именно мы получаем от нейронов и какова доля там полезного сигнала? Что вы можете сказать в защиту ЭЭГ как метода для фундаментальных исследований? Ну, видите, этому методу 100 лет. Пока что он существует и развивается, и все, и развиваются эти фабрики, которые делают все более новые энцефалографы. Но если всерьез, то правильно, все верно. Действительно, когда еще давным-давно, когда я вот только начал заниматься электроэнцефалографией на моей кафедре, и другие занимались как-то более такими простыми измерениями, вот именно у крысы сделать дырочку, вставить туда электрод, прямо там оттуда регистрировать, и мне профессор говорил, ну что вы такое вот изучаете? Вы ставите электрод, который собирает электрическую активность, с примерно с 3-4 квадратных сантиметров коры, а только в одном кубическом миллиметре этой коры примерно 40 тысяч нервных клеток. А мы тут вот собираемся такой огромный, там все там смешалось, и что вы тогда регистрируете? Да, действительно, он, правда, не про автомобиль мне говорили, а про шум от паровоза. Так что, ну, правильно, там под одним электродом, один электрод такой, суммирует сразу примерно 500 000 нервных клеток, активность 500 000 нервных клеток, а ведь каждая там группа нервных клеток имеет свое какое-то функциональное предназначение, что же мы тогда получаем? Какую-то кашу-мешанину.
Ну, я какое-то время терпел эти нападки, потом я все-таки придумал ответы, в том числе на ваш двигатель. Вот, я сказал, что да, действительно, это правильно, это шум, это действительно так. Это такая смесь. Но хороший механик в шуме всегда найдет какие-то тонкости и отличия работы двигателя в разных режимах, что всякие поломки, недостатки двигателя. Вот мы, как вот эти вот самые механики, по такому суммарному сигналу пытаемся подсмотреть, что же в мозгу происходит. Ну и это получается во многих отношениях. Ну я сейчас не говорю о медицинских чисто приложениях, где это хорошо видно, например, эпилептическая активность. Шум, не шум, но там она очень сильно меняется, видно, что происходит судорожный припадок. И таким образом можно отделить припадок, который не связан с активностью мозга, там, ну, например, человек голодный припадок, допустим, мозг тут ни при чем, с активностью, когда меняется резкая деятельность мозга, эпилепсия и многие другие. И в медицине это хорошо зарекомендовавший себя метод. Что касается вот научных дел, то, конечно, тут мы сталкиваемся с очень большой трудностью, именно потому, что все равно, что повесить микрофон над стадионом. Один микрофон, и каждая там пара людей разговаривает между собой, что-то осмысленное, а так получается какой-то гул. Но видите, вот современные методы позволяют немножко размешивать это дело. И если особенно расставить эти микрофоны в разных местах стадиона, то в принципе возможно прочитать разговор каждой пары людей на стадионе. Математически это возможно. Но все равно с некоторыми издержками, там, поправками, также и мозг. Мы ставим там не один электрод на кожную поверхность, а там джентльменский набор, например, такой у нас, это там 40 электродов. В принципе, можем поставить и 130 электродов, и больше, но это зависит от задачки. Поэтому, когда довольно много там, ну, в общем, можно более-менее локализовать эту активность, но все равно это правильное заключение, что пространственное разрешение у энцефалограммы слабое, временное очень большое, ну, потому что оно связано с как только временное имеется в виду то, что как только сигнал что-то появился, случилось, да, мы в ту же миллисекунду это увидим, потому что токи распространяются со скоростью света, и там короткие расстояния и так далее. Ну и вот замечание дали правильное о том, что все-таки кора не на поверхности находится, не прямо под кожей, а примерно на расстоянии 1 сантиметра. От того места, где расположен электрод. И, конечно, токи растекаются от этих. Мало того, что они суммированы там все, они еще растекаются и затекают другие электроды. И получается, что соседний электрод чувствует свое, да еще то, что затекло от других электродов. В общем, со всем этим нужно работать. И какое-то время назад, ну, я бы сказал так, 20 лет назад, это еще были большие проблемы. Но потом появление современных методов анализа, нейросетевого анализа и прочих видов, там много всего появилось, позволяет все-таки эту вот картину размешать. И то, что мы можем, например, вот нейроинтерфейсных технологий, расшифровывать намерения человека по энцефалограмме, говорит о том, что эти методы все свое дело делают. Мы все-таки можем расшифровать, что происходит в мозгу у человека. А, в принципе, так скажем, история изучения мозга, если не брать, так скажем, какие-то античные средневековые эпохи, так скажем, современная наука о мозге когда началась? Ну, я думаю, что, в принципе, наука о мозге началась с александрийских врачей. Это примерно 300 лет до нашей эры. Потому что они уже тщательно начали анатомировать мозг и прекрасно видели, что от глаз идет зрительный нерв в мозг, значит, глаз несет информацию, зрительную информацию в мозг, доли мозга уже они хорошо анатомировали, понимали, как все устроено. Поэтому, конечно, сам мозг изучали уже давно, видите, больше 2000 лет назад, уже такое научное понимание, не аристотелевское, которое говорило о том, что мозг – это вообще не для чего, просто для охлаждения крови. А они уже понимали, что это, в общем, правильный орган для мышления, для сознания. Но всерьез научный подход начался, я думаю, что все-таки это примерно начало
позапрошлого, 1900 год, примерно вот так. Потому что тогда как-то стало, микроскопически стало понятно, что мозг состоит из нервных клеток, из отростков, они друг с другом объединяются, соединяются как-то. И вот уже в 1902 или там 4, я сейчас не помню, была получена Нобелевская премия Рамоном и Кахалем и Гольджи за вот устройство, за раскрытие и фундаментальное исследование отдельных элементов нервной ткани. Это клетки. Все, как только стало ясно, что мозг состоит из клеток, дальше можно было бы изучать эту сетевую структуру. Ну, вот с этого момента. Можно там назвать еще несколько таких методических, уже таких ярких событий. Например, нужно было добраться до этих нервных клеток, уж как-то их регистрировать, как они работают, что они, собственно, делают. Вот это электрические компоненты нервные, о том, что у них есть электрический потенциал по обе стороны мембраны этих нервных клеток, что рождаются какие-то электрические нервные импульсы. Вот это хозяйство раскрутить удалось с появлением так называемой микроэлектродной техники, то есть таких электродов, уже не копеечные монеты, которые ставятся на кожную поверхность головы, а очень тонкие электроды, кончик там примерно 1 микрон, то есть примерно в 40-50 раз меньше, чем толщина волоса человека. Вот такие электродики, они подводились прямо к клетке или втыкались в саму нервную клетку, и таким образом удалось оценить, изучить вот электрические колебания. Так что вот микроэлектродная эпоха, это уже 40-е, 50-е годы вот прошлого века, это там знаменитые фамилии Ходжкин, Хаксли, Эклс, вот эта вся плеяда, которая раскрутила микроэлектродные исследования и раскрутила понимание генерации электричества в нервных клетках, это вот такой фундаментальный момент. Ну, а дальше уже началась эпоха расшифровки, ну и что, да, вот есть нервные импульсы, ну бегут эти нервные импульсы, а как, где там видно, что, так сказать, что какое сообщение, собственно, содержится в череде этих нервных импульсов. Да и клеток-то очень много, 86 миллиардов в голове у человека. Что, как там они между собой общаются? Ну, это все равно, что телефонные кабели, допустим. Мы раскопали бы где-нибудь телефонный кабель, подключились, там что-то зудит, что-то какие-то, а это на самом деле китайский язык. Мы его просто не понимали, а думали, что это какие-то шумы. Ну вот, а здесь вот такая же ситуация. Бегут куда-то нервные импульсы, нужна была вот эта расшифровка. На самом деле расшифровка идет до сих пор, но там продвижения были очень сильные. Например, в 1984 году Нобелевская премия за открытие способа кодирования сенсорной информации в нервной системе. Это в тот момент это Хьюбл и Визел. Два ученых, которые подсмотрели, как же происходит кодирование, они регистрировали отдельные нервные клетки, и оказалось, что на каждую какие-то простейшие формы, например, в визуальной среде, существует специальный нейрон, который реагирует при появлении этой формы. Это же, по-моему, как это называется, нейрон... Бабушки, нейрон, да, Мерлин Монро, да, Мерлин, да, нейрон, магистра йода еще есть, да, нейрон. Да, нейрон, да, Обамы. Нейрон, но у каждого в голове он свой. Нейрон, где он, потому что у каждого своя бабушка, да. Нейрон Путина. И это все есть в научных статьях. Прямо там есть реакция этих нейронов на предъявление портретов соответствующих людей. Ну и в зависимости от того, кто что получил, значит, они говорят про бабушку, про Мерлин Монро, а кто-то говорит про Путина. Так что тут уже у кого какие интересы. Поэтому вот это и есть первые вот такие сведения о кодировании. Кодирование, такие нейроны называются детекторные нейроны. А ведь долго думали, что там все кодирование заключается в распределении нервных импульсов от нейрона. Вот показали один портрет, одно распределение нервных импульсов, допустим, два рядышком, а 10 через долгие периоды. Может быть, это одно. Ничего такого не произошло. Кошкам показывали разные тоже портретики, там собак, кошек, мяса, мышей и прочее. И нейрон как бы не понимал, что к чему.
он мог реагировать по-разному. Но оказалось, что надо найти такой нейрон, который вот специфически настроен на конкретное дело. И это вот Хьюбл и Визел, ну а дальше это была целая эпоха раскручивать, откуда взялись такие нейроны бабушек и дедушек. И ведь, так сказать, ну хорошо, с нейроном бабушки можно родиться, это ваша бабушка, но с нейроном, допустим, Мерлин Монро, как родишься? Вот. Но, во-первых, надо понимать, что когда мы говорим, раз уж мы зашел в разговор, чтобы у зрителей было правильное понимание, когда мы говорим о нейроне, на самом деле это просто повезло исследователям, они своим электродом нашли этот нейрон. Но так не работает нервная система только с одним нейроном бабушки, потому что ну, нейрон погиб, и все, и что, теперь мы не будем знать свою бабушку. Они работают десятками тысяч. То есть там, скажем, такая система из десятка тысяч нейронов Мерлин Монро. Ну вот попался один такой нейрон, его свойства его изучают. Так что это вот так. Но откуда они берутся? Что, мы рождаемся с ними? Гены кодируют нам эти нейроны? Нет, были проведены соответствующие много исследований, которые показали, что мы накапливаем эти нейроны по мере жизни. То есть встречаемся с каким-то объектом в природе, и возникает специальный, натренировывается в нервной сети специальный нейрон, который теперь будет отвечать за это событие или за эту форму, более или менее сложную. Вот так накапливаются у нас не только вот отдельные нейроны даже, но и целые цепочки нейронов, потому что если формируется новый навык, фактически это такая многоцепочечная, многонейронная конструкция. Ну, поскольку у нас нейронов 86 миллиардов, а вот эти цепочки, конфигурации – это комбинации связей. Комбинации для 86 миллиардов нервных клеток – комбинации еще больше, чем атомов во Вселенной. Поэтому на все хватает, вот, на всю нашу жизнь. Ну вот мы с вами сейчас говорили про нейробиологию с привязкой к субстрату, то есть к макро- и к микроанатомии. Ну вот, например, в прошлом уже веке на кафедре ВНД Московского университета была высшая нервная деятельность, была лаборатория, которая занималась нейрокибернетикой. И там считалось, что можно отойти от субстрата, и, в принципе, все вот эти алгоритмы, на которых работает мозг, там было представление о том, что мозговая деятельность – это что-то вроде такой программы из алгоритмов или сеть из алгоритмов. И, возможно, для исследования мозга нам нужно отойти от субстрата, попытаться смоделировать его работу на вычислительной машине, и тогда мы возвращаемся к субстрату и понимаем, как он работает. Субстрат – это обычный мозг, ты имеешь? Да, субстрат – ну, это не только… Это мозг как бы в… макропонимание, в понимании структур анатомических, там всяких ядер, извилин и так далее. Я просто пытаюсь для зрителей перевести. Да. Когда слово «субстрат» говоришь, я думаю, многие догадываются. Да, и, соответственно, нейроны. То есть здесь есть разные уровни, такой высокий субстрат и низкая такая микроматерия. Вот. И сейчас человечество идет в эту сторону, потому что есть различные такие большие проекты, типа Blue Brain Project, которые пытаются в том числе создать модели работы мозга. Вот как вы считаете, переход от субстрата к какой-то вычислительной сфере и переход в сферу математики поможет нам в исследовании мозга, или мы идем неправильным путем? Ну, так я не берусь на себя такую большую ответственность определить путь, куда нам надо идти. Но все верно, да, это такая хорошая проблема, и действительно, это лаборатория нейрокибернетики. Анатолий Напалкова в свое время дала такой очень хороший импульс для понимания, что мозг – это не только связи, о которых мы сейчас говорили, не только много-много нервных клеток и связи между ними, но это действительно какая-то что-то наподобие программы, которая определяет активность всех этих клеток. Но это же то же самое, что мы купили в магазине ноутбук, поставили, включили, а он что-то не работает. Ну, потому что все транзисторы на месте, все связи между транзисторами есть, а он что-то не работает. Да потому что нет программы, определяющей взаимодействие, последовательность включения этих транзисторов. Вот так и мозг, он фактически ничего не стоит одними своими нервными клетками. Что-то должно в конце концов поддерживать их всю эту активацию.
И вот здесь, конечно, я бы не сказал, что мозг занимается вычислениями, что там есть такие алгоритмы, похожие на алгоритмы в компьютерах, по многим соображениям. Во-первых, для того, чтобы управляться нейронами так же, как транзисторами, нужен тактовый генератор, который очень точно в правильный момент обращается к соответствующей клетке, так же, как это делается в машине обращения к отдельным транзисторам, к ячейкам памяти, которые все имеют свои адреса и так далее. Мозгу что-то не так, потому что это чисто живая система, у нее нет такие точного тайминга, чтобы все так делать. Поэтому там как-то немножко по-другому. Нельзя напрямую так вот думать, что это как раз что-то похожее, что нейроны похожи или там синапс похожи на транзисторы. И... Ну, это, наверное, скорее про то, что такие компьютерные модели помогают в какой-то степени моделировать и помогают в расшифровке, наверное, да-да-да. Сигналов. Это верно, но тут вот мысль Дарьи, значит, была в том, что а что же тогда получается, кто же управляет нами, эти нервные клетки, или все-таки вот нечто, что подобно программе, что, так сказать, включает-выключает эти нервные клетки. И, видимо, здесь есть такая диалектика, потому что когда человек маленький ребенок, он когда рождается, у него еще нет никаких программ. Программы, они это то, что, чему учится этот ребенок по жизни, и потом взрослый человек. Вот приходят новые навыки, новые цепочки отношений выстраиваются между нейронами. И вот так постепенно нарастает вот эта вся махина, а каждая цепочка нервных клеток, она же поддерживает какой-то навык. Вот и считайте, получается, что теперь этот навык руководит нейроном, потому что если какой-то нейрон из этой цепочки выбыл, то навык этот подыскивает себе другой нейрон. И вот здесь этот субстрат, он оказывается немножко подвешенным относительно навыков. Навыки бывают разные. Наши образы – это тоже навыки. Мы тренируем наше воображение на то, чтобы различать в среде лица, различать в среде формы. Маленький ребенок ничего не различает. Это все нарастает по ходу жизни. Ну, мы знаем, что родившийся ребенок, он промахивается, если он хочет взять что-то, так сказать, со стола, просто потому что у него нет еще четкого видения всего этого, нужно сформировать. И вот эти цепочки формируются, и в конце концов в них содержится опыт жизни. Вот можно в каком-то смысле сказать, что эти образы и это... ментальные модели, можно так шире говорить, что это не просто образ, это ментальные модели реальности. Вот они-то, собственно, и держат активность всех клеток. Если какие-то клетки погибают, а у нас погибает каждый день 10-15 тысяч нервных клеток, то это не страшно, потому что теперь уже построенные, четко закрепившиеся вот эти образы, ментальные модели, они же на сотнях тысяч нервных клеток, как блокчейн, фактически. Они, собственно, и, так сказать... То есть структуры, несмотря на незначительные потери, остаются. Да, они подбирают себе новые нервные клетки, так сказать, сбрасывают те функции, которые, может быть, сейчас не очень важны, подбирают себе и все. И так получается, что вот эти ментальные модели, они существуют чуть-чуть независимо относительно нервных клеток, они не отрываются, и только потом не скажите, что Каплан сказал, что а вот ментальные модели живут без мозга. Нет, конечно, не так. Если мозг погибает, погибают вместе с ним все эти ментальные модели. Но и наоборот, если погибнут ментальные модели по какой-то причине, например, тотальное повреждение коры, в основном кора участвует в создании ментальных моделей, ну тогда уже бессмысленна вся деятельность всех остальных нервных клеток, они расстраиваются, уже это не человек, не человек. Деменция туда же получается. Да, в том числе и, ну, это частный случай, когда ментальные модели, памятные ментальные модели, они разрушаются. Ну, по сути, вы говорите о, так скажем, способности отдельных, как сказать, областей мозга или даже отдельных нейронов брать на себя функции своих соседей. Да. Ну, то есть это вот одна история, которая меня лично крайне вообще поразила, то, что буквально, ну, не знаю, ну, лет 5 или 10 назад это было, был, ну, надеюсь, еще жив мужчина, однажды пришел к врачу с головной болью. Я такой, блин, может, как-то меня обследуете? Его, вот, по-моему, на... не на рентген, а вот когда
сканируют. На томографе. Томограф. И оказалось то, что, по сути, голова у этого человека полностью пустая. В том плане, что у него... Нет мозга. Как это называется, когда появляется... Гидроцефалия. То есть это пустая область, которая заполняется жидкостью и вытесняет давлением, так скажем, остальные нейроны. И получилось то, что у него вся голова была практически пустая, и только вот кора и какие-то, так скажем, центральные, но глубокие доли были еще целы. Но несмотря на это, то есть он жил совершенно полноценной жизнью, при том, что там 90% объема мозга уже не было. То есть это была реально просто пустота с жидкостью. Несмотря на это, он как бы там семья, работа, там водил машину совершенно спокойно, но просто голова начала в последнее время болеть. То есть это, ну, очень много вот таких историй, когда... Да, Финиас Гейдж с ломом. Да, человек, которого вот лом насквозь голову. Как это работает, да. Почему если это вы ведете к тому, что вот мозга нет, остались одни ментальные модели. Я говорю про то, что есть объяснение того, каким образом одни функции мозга заменяются с другими. Оба случая, о которых вы говорите, они хорошо документированы, есть статьи на эту тему написаны, мозг их томографирован хорошо. Да, вот, а человек, о котором вы говорите, ну, он был бухгалтер. Да, я говорю, я не помню такие детали. Бухгалтер — это тоже такая работа, требующая, да, требующая интеллекта. Вот. Но оговорка ваша в том, что 90% мозга разрушено. Там можно так сказать, ну, может быть, даже не 90, а где-то 80% объема, ну, объем черепа, виду, да, черепа занято водой. А вот, ну, так сказать, спинномозговой жидкости. Я неправильно выразился. А вот сколько мозга, не помню. Да-да-да, а сколько мозга, вы чувствуете, значит, 80%, допустим, объема черепной коробки занято вот этой жидкостью. Но то, что разрушено 80% мозга, это не так. То есть они просто спрессованы? В том-то все и дело, что этот процесс проходил очень долго, ему было там 40-45 лет, и с детства эти желудочки под давлением этой жидкости постепенно расширялись, отодвигая нервную ткань все дальше к черепу, вниз туда, и оно там спрессовывалось, корежилось, и тем не менее большая часть, а почти что 95% коры сохранилась при этом, ну, потому что она и так находится на периферии всего этого объема мозга, а остальные там, в общем, сдвинулись в одну, в другую сторону, вот так. Поэтому большая часть мозга сохранилась, просто... То есть это, по сути, история не про замену функции, Нет, это в том числе и про это, потому что, конечно, часть клеток гибла, часть структур была сдвинута в необычное положение, но как раз это говорит, что вот это свойство, о котором мы сейчас вспомнили, оно называется свойством пластичности, а оказывается, мозг чрезвычайно пластичен, его можно корежить вот даже вот до такой степени, и при том человек может работать спокойно бухгалтером, воспитывать детей и так далее, и у него только, ну, как написано в этой статье, он пришел к врачу, потому что у него что-то ногу начало тянуть. А, да, или ногу? Да, ну, так видите, через 45 лет после того, когда у него вообще там все в голове перепутано, тем не менее, значит, потому что основные структуры и кора, главным образом, все они сохранились, просто поскольку этот процесс шел медленный, мозг адаптировался, он передавал одни функции, так сказать, от одних клеток к другим клеткам, как-то реорганизовывал свою там деятельность, но под контролем вот этих вот самых моделей. Модели не менялись. Вот в чем дело, потому что модель, она как, ну, как в компьютере программа, она же все-таки, она нематериальна, ее там не сломаешь. Саму это модель. Это модель ее, как сказать, сознание и модель — это разные вещи. Ну вот видите, сознание — это трудный термин, если хотите, потом мы можем это обсудить. Лучше говорить просто о том, что поддерживает наш внутренний мир. Внутренний мир состоит вот из того, что мы называем психический мир, психические функции, но еще больше мир состоит в том, чтобы регулировать наши внутренние органы, поддерживать рецепцию, сигналы от внутренних органов, там уже большое хозяйство, всем этим надо руководить там, и так далее. Поэтому вот эти вот все модели, они касаются всего управления, но нас интересуют модели внешней реальности. Вот мозг отличается тем, что он строит в себе концепты или модели этой внешней реальности, потому что таким образом можно предсказывать события.
Ведь, ну, мы же знаем, что такое модель. Модель, если у нас уже есть модель какого-то процесса, значит, в нее можно подставлять разные параметры и посмотреть, а что будет при таких условиях, что будет при других условиях, и откатывать ее можно назад немножко, что было там вчера или 10 лет назад, а можно выкатывать ее вперед, что получится там, через 2-3 дня. Вот так эта модель работает у человека, и таким образом она позволяет адаптировать человека к среде обитания гораздо дешевым способом. Не надо бегать человеку, смотреть, что будет, что там за камнем кроется, если он уже проанализировал, если информация уже пришла, там какой-то звук, хруст, что-то такое, модель подсказывает, там сидит зверь, туда не надо ходить, например. Вот, вот и получается, что мозг человека – это не просто нервная ткань, но это его содержание, то есть те модели, которые построены с помощью этой нервной ткани, и они немножко подвижны друг относительно друга, в том смысле, что теперь модель в значительной мере может управлять перераспределением функций между нейронами. Не сильно, эта модель не может переключить наши зрительные области на слуховые и наоборот, но в пределах вот такой разумной адаптации это все делается. А вот можно ли сравнить проект по расшифровке связей между нейронами, который называется, совокупной связи называется коннектом, с проектом по секвенированию генома человека? Дело в том, что геном человека расшифрован, и, в принципе, между нами есть различия, естественно, в геноме, но если мы в абсолюте, как бы не в абсолюте, а относительно, в принципе, всех генов человека оцениваем эти межиндивидуальные различия, получится, что они небольшие. И в целом можно сказать, что геном человека расшифрован. Можно ли также расшифровать все связи между нейронами и говорить, что мы фактически секвенировали, если можно употреблять этот термин, коннектом человека? И не будут ли межиндивидуальные различия в этих связях? У нас же разные бабушки, опять же, разные нейроны, разные нейронные сети, которые отвечают за совершенно разные навыки. То есть получится ли собрать какой-то общий человеческий коннектом? Не получится. Ну, знаете, сравнить можно. Тут как раз даже полезно такое сравнение, но все-таки очень много там разных вещей. Ну, во-первых, геном все-таки это примерно 3 миллиарда нуклеотидных последователей, ну, молекул, из которых состоит геном. 3 миллиарда, это не 86 миллиардов. Это во-первых. Во-вторых, 86 миллиардов нервных клеток, они все-таки конфигурируют между собой разные комбинации связей. Здесь нет никаких комбинаций. Это последовательно идут молекула за молекулой, и в результате получается такая цепочная ДНК. И когда мы говорим это с одной стороны, то есть геном, конечно, в этом смысле, ну, информационно гораздо менее емкий, чем вот мозговая нейронная сеть. Но геном отвечает за простую функцию, за синтез белков. Вот за каждый белок, который есть в организме, отвечает определенный ген. И да, говорят, геном человека расшифрован, но пока что, в общем-то, ясно, что у человека примерно 30 тысяч генов. 30 тысяч генов – это значит 30 тысяч последовательностей кусочков в этой ДНК, более или менее длинных, которые отвечают за синтез каких-то белков. Но это не означает, что геном расшифрован. Он расшифрован только, последовательности этих молекул, из которых состоит ДНК-цепочка. Но функциональная принадлежность этих кусочков далеко не известна. То есть там очень мало что известно, только вот 30 тысяч штучек таких кусочков – это гены. Еще немножко – это, значит, такие участки, которые помогают генам работать. Еще что-то такое. Некодирующие. А где-то 80% вообще неизвестно, чем генома, неизвестно, чем занимается. Видите? То есть он вообще не расшифрован, можно так сказать. Вот расшифрована структура, но не расшифровано содержание. То же самое, это хорошее, правильное сравнение, то же самое будет, если мы ну, полностью опишем связи вот конкретного мозга. Ну, Google там года 2-3 назад сделала такую работу, они порезали на очень тоненькие такие срезы, порезали кусочек мозга размером 1 кубический миллиметр как раз. И, ну, совсем тонко, так, чтобы
мельчайшие детали этой сети были видны. И потом компьютерным образом восстановили. Они фактически теперь знают все абсолютно тонкости, все тонкости, как связаны нейроны в этом кубическом миллиметре. А там в этом кубическом миллиметре примерно 40 тысяч нервных клеток. То есть довольно большая такая сеть. И это все заняло у них, так сказать, объем памяти, чтобы вот это все записать в цифровом виде, заняло столько, сколько не занимает все записи в мире за целый год цифровые. То есть это большой объем информации. Так что, я прошу прощения, если бы так вот описывать весь, так сказать, мозг человека, то вообще не хватило бы никакой памяти. Это очень большая тонкая работа. Но что в результате получилось? Ну да, опять структура. Ну, структура есть. А содержание-то какое? Потом структура эта бессмысленна, ее так вот тонко описывать. Знаете почему? По простой причине. Она меняется. Не, ну, был удачный достаточно эксперимент. Конечно, это я говорю про карту цитоархитектонических полей по Бродману, когда Бродман взял это мозг. Это очень что-то сложно сейчас было. Вот, я сейчас постараюсь объяснить. Бродман взял человеческий мозг, порезал на очень тонкие такие кусочки, слайсы, и сравнил клеточное строение разных вот этих вот срезов. И по различиям между нейронами и их количеством слоев этих нейронов в коре, он составил такую карту анатомическую, но она более или менее совпала с функциональной картой. То есть мы знаем, например, что вкусовое поле, то есть область коры, куда приходит вкусовая информация для обработки, это поле 43 по Бродману. Соответственно, вот есть такая работа. Понятно, что Бродман очень большой везунчик, но хотелось бы верить, что, возможно, какая-то часть работы по проектированию коннектома человека поможет нам узнать функции. Ну, похожи все аналогии, но все-таки этих полей Бродмана не больше 100, ну, около 100, порядка 100. А все-таки вот это вот разнообразие соединений даже в одном кубическом миллиметре, ну, невообразимо астрономически превышает всю эту сложность. Самое главное, что оно подвижно. Каждую секунду, каждую минуту меняются соединения. Эти соединения какие-то пропадают, какие-то нарастают, потому что вот эти контакты между нервными клетками, они живые, они разрушаются, новые появляются совершенно в других местах, потому что навыки, наша жизнь продолжается, и все время формируются новые там цепочки, новые отношения. Ну что, ну сделали мы мгновенную фотографию вот того, что на данную секунду есть. Ну сделайте такую же так сложную работу через 2 минуты, там все будет уже по-другому. И что? Что мы нашли? Поэтому, на мой взгляд, вот такие коннектомические, анатомические работы, они фактически бессмысленны. Это все равно, что брать и копировать, например, возьмем какой-нибудь процессор. Я даже знаю страну, в которой это раньше делалось. Какой-то интеловский процессор, и тонко-тонко порежем. И таким образом можно будет восстановить, как расположены транзисторы, как все друг с дружкой соединяется и так далее. Но в этом процессоре, ну, 1 миллиард этих элементов, и там они связаны очень простым образом, можно все это восстановить. Но даже если восстановить без знания, что это такое, не запустить этот процессор. Видите, так и здесь. Ну и что мы знаем всю эту структуру на данную секунду? Ничего это не даст. Ну, критика этих работ, она довольно серьезная, и есть такой проект, ну, не будем уж там называть, крупнейший европейский проект в этом отношении, и он фактически распался сейчас, и ушел руководитель этого проекта. Все вот эти вот идеи о том, что мы, зная вот эти вот структуру, мы тут же разберемся тогда в функции. Как-то люди не подумали, во-первых, о сложности всего этого дела, во-вторых, что там в этой структуре не написано содержание и прочие дела. Я правильно понимаю, то, что все вот эти карты, то, что условно правая, левая, ну, я не знаю, правая какая-нибудь доля. Моторные, сенсорные. Ну, то есть вот эта карта мозга, которую часто можно встретить в каких-нибудь книгах, про то, что эта часть мозга отвечает за левую руку, та за правую ногу, та за чтение, та за зрение. То есть насколько вот эти карты, они действительно соответствуют действительности, или у каждого она своя? Вот вы знаете, вот эти карты как раз соответствуют действительности, они практически очень похожи у всех людей. Правильно я понимаю, Дарья?
Смотря про какую кору мы говорим. Если про моторную, то наши опыты с транскраниальной магнитной стимуляцией показывают, что да, примерно если бить магнитным полем куда-нибудь между полушариями, будет дергаться какая-нибудь нога, да. Ну, то есть, более-менее, это можно сказать, что можно, вот такая... Да, можно сказать так, что все входы в мозг давным-давно локализованы в эволюционном процессе. У кошек, у крыс уже примерно в тех же местах, где и у человека. Ну, а между людьми вообще тут различия практически очень слабые различия. Входы. Ну, входы – это те органы чувств. Допустим, если мы говорим о тактильной чувствительности, ну, там есть область, в которой расписана вся тактильная чувствительность. Если зрительная, значит, зрительные области, ну и так далее. Слуховая – слуховая. Это все расписано. И точно так же расписан единственный выход из мозга. У нас вот 5-6 входов и единственный выход – мышцы. Вот выход на мышцы тоже на коре очень хорошо расписан и очень точно. У всех людей это совпадает очень сильно. Хотя различия, конечно, есть, потому что у нас разные навыки. И если человек занимается балетом, то у него будет более развиты двигательные области, определенные двигательные области по сравнению с человеком, который сидит и только книжки читает за письменным столом. Поэтому разница будет небольшая. Но все-таки примерно все то же самое. Как вот Дарья говорит, если специальной техникой, которая называется транскраниальная магнитная стимуляция, безопасная техника, она таким очень узким магнитным лучом переменного магнитного поля может активировать очень маленькие объемы нервной ткани в коре. И так вот можно пройтись этой катушкой в разные места, и видно, что вот сейчас дергается этот палец, значит, мы находимся в этой области, или вот этот палец, причем правой руки. Если надо стимулировать другую сторону, то надо перенести катушку на другую сторону. Ну, так устроены нервные связи. Это всех людей одинаково. Садится новый человек, и то же самое, мы уже примерно понимаем, где у него правая рука, подносим туда, ну да, и там все это происходит. Очень интересно с центром речи, блокирование вот магнитным полем центра речи. Ну, Все начинают смеяться, когда не могут говорить, да. Да, центр речи, он тоже очень сильно локализован, и поэтому у всех примерно одинаково. Ну, тут у женщин и мужчин там есть некоторые нюансы с этим речевым центром. У мужчин центр речи расположен точно слева. И с правой стороны стимуляция этого места ничего не дает. Или же, если инсульт возникает в этом месте, то все, человек, значит, лишается речи. А у женщин как так получается, что если слева в этой речевой области локализуется инсультное поражение, то через какое-то время при этом поражении женщины легче и быстрее восстанавливают речь. Считается, потому что аналогичная область справа начинает брать на себе речевую функцию, а у мужчин не берет. Так что, ну, какие-то нюансы есть все-таки, ну, по половому признаку, например. Но, тем не менее, общая схема вот такая. А, ну, в принципе, вот если взяться за более такое, как сказать, бытовой вопрос, так скажем, то, что чего в обществе ждут от ученых, которые изучают мозг, то, что однажды ученые найдут, где прячется человеческое сознание, то есть представление, вот, как бы, то, что это я, то, что наши мысли, где они и так далее. То есть, в принципе, вот мы уже обсудили про то, что можно до отдельных, как сказать, регионов, клеток, да, областей, до отдельных клеток нарисовать карту мозга, которая все будет меняться, но плюс-минус мы будем понимать, как устроено, но это нам ничего не будет говорить о том, какая программа там записана и что там было до момента, пока мы разобрали. То есть, а как вообще ученые, на каком этапе находится вот именно изучение сознания человека? Вы знаете, вот сознание человека не нужно выделять как нечто особое, как какую-то сущность какую-то особую. Дело в том, что у нас есть внутренний психический мир, то есть то, что мы воображаем, то, что мы знаем, наши знания, наши привычки, наш опыт, наша память – это все наш внутренний мир. И он как-то функционирует, мы понимаем, что это же не просто картинки, он как-то функционирует, там это люди, которые мы знаем, они как-то живут там у нас, мы можем вспомнить про них, допустим, через 5 лет, но они уже прожили эти 5 лет, мы уже знаем, что они прожили, по каким-то отголоскам синтезируем, что там у них происходит. То есть это некоторый такой мир, можно сказать, что это тоже модель, такая сложная модель.
вот внешней реальности, но она создана в голове у человека, это такой целый мир, психический мир, психика. Но в этой психике разные тоже есть функции. Есть высшие, есть не очень высшие. И вот есть высшие психические функции. Их изучают на любом, как вот на, думаю, что на втором-третьем курсе, на любом психфаке. А именно, восприятие, мышление, внимание, память, воображение, сознание. Это одна из высших психических функций для начала. А теперь только можно спросить, ну и что, и чем она тогда отличается от мышления, например? А что такое мышление? Ну, я имею в виду сознание вот именно в широком понимании этого. То есть не как отдельно психической функции, а как такого общего понимания человека. Ну, то есть что, вот, можно ли найти вот, представление о себе самому, перенести, например, на компьютер? Вот реально ли это вот, сознание человека перенести в какое-то электронное устройство? Как в фильме «Превосходство». Ну, как, да, как это часто делают, то же самое условный матриц, например. Человек берет, переносит это в какую-то такую виртуальную среду, где у него есть представление о себе самом, каких-то навыках своих и так далее. Ну, вот, вот давайте просто в двух словах посмотрим, значит, как вообще наш, вот, допустим, человеческий психический мир, из чего он состоит. Все-таки я чуть-чуть вернусь сюда. Он состоит из таких понятий, элементов этого внешнего мира. Понятие, вот, например, стол. Это понятие, это не конкретный стол, а понятие. Стол бывает вот такой, как здесь, операционный, письменный, кухонный стол, ну и так далее. Вот такие понятия. В связи с появлением у человека языка у нас голова наполнена самыми разнообразными понятиями. Язык здесь имеет первостепенную роль, потому что именно язык, на языке формируются такие понятия. И вот такое огромное количество понятий, словарь русского языка, вы знаете, сколько словарь Пушкина, 16 тысяч слов, ну, давайте будем говорить, что 16 тысяч понятий, уже большой мир. И вот комбинации с этими понятиями, операции с понятиями называются мышление. Все очень просто. А вот сознание – это такая функция, которая позволяет включить в область мышления самого себя. Я же мог мыслить автоматически, как, допустим, мыслят, допустим, крысы. Здесь тепло, там холодно, там больше еды, здесь враги. Тогда я немножко упрощаю. Но поскольку очень узкий круг понятий у крыс, у них же нет такого языка развитого, как у нас, так и можно было бы вот таким образом. Но в этот круг понятий попадает и сам субъект этих понятий, то я. А кто ж тогда я? Вот там среди понятий лежит и я. И, конечно, теперь вот операции с этим понятием, они особые. Это я, кто я такой, а что, какие у меня смыслы жизни и так далее. То есть ничего особенного, это комбинация с понятием собственной сущности. И получается, тогда у нас возникает новая линия мышления, самоотчет, наблюдение за самим собой. Ну и вот таким образом все это вписано в психику человека. А вот другой вопрос теперь, понимая, как это все крутится в голове у человека, теперь давайте посмотрим, можно ли это переписать, допустим, в компьютер. Просто человеческое там, мышление или сознание вот в таком уже понимании, прямо не как какая-то особая сущность, а как совокупность мыслительных операций о себе самом, о своем предназначении, месте в мире и прочее. Вот эту совокупность операций, можно ли ее переписать? Ну, понимаете, чтобы что-то переписать, если мы переписываем, допустим, с одного ноутбука на другой при помощи флешки, мы же переносим туда какой-то код. Причем этот код понятный, потому что мы знаем, на каком языке, какой драйвер там и прочее. Ну, можем его расшифровать. Да, мы все это знаем, поэтому если вставляем в другую машину, даже если это будет не, допустим, другой какой-нибудь Linux, но все равно будут написаны драйверы, которые переводят одно в другое. А тут мы что будем переписывать? Нервные импульсы переписывать? Мы же не знаем никаких кодов, ничего. Вот как раз я про это говорю, то что можно ли вот как-то вот найти вот эту кодирующую систему в том плане, чтобы можно было... Ну, вот как исследуют спящих людей и пытаются понять, что им снится. То есть, так скажем, запечатлеть сон человека, вот, воспроизвести его там на экране, например. Да, верно. То есть, реально вот ли, в принципе, это, и как вообще это делать? Ну, вот нам нужно просто вот этот момент развести. Одно дело, зачем нам думать про какой-то сон? Если мы знаем кодировку, то мы просто-напросто расшифруем все нервные импульсы и передадим ее в виде, так сказать, других кодов на компьютер, и все, там будет крутиться то же самое. То же самое, но только на транзисторах, там в другой операционке, у нас своя операционка,
операционка, там другая операционка, ну и все будет крутиться. Но мы ничего не можем расшифровать. Мы даже, если мы видим пару клеток, допустим, мы видим, как там бегут нервные импульсы, мы не понимаем содержание этого разговора. Не говоря уже о том, что это же пара нервных клеток, а они работают десятками тысяч. Ну и что мы, как мы будем подключаться к этим десяткам тысяч, а их вообще 86 миллиардов. Ну технически и практически это невозможно никогда. Это здесь вот уместно сказать это слово «никогда». Угу. Потому что много всего. Ну то, что... Да. Фантазии. Да, как будем переписывать. А другое дело, вы говорите о другом подходе, где, может быть, можно, не расшифровывая ничего, просто подсмотреть, а что происходит в энцефалограмме, когда человек думает, допустим, про апельсин. Или что происходит, когда он думает про автомобиль. Вот если мы поймаем этот отголосок, мы никаких шифров не знаем. Но мы много раз предъявляли человеку на экране апельсин, много раз автомобиль, и в конце концов нашли различия. Вот такой какая-то композиция этой энцефалограммы, тем более, что там будет 100 каналов этой энцефалограммы, другая композиция, они, значит, привязаны это к апельсину, это к автомобилю. Мы не знаем почему, но мы теперь, получается, можем этим оперировать. Как только человек подумает про апельсин, мы можем подслеживающую такую нейросетевую, например, программу, которая уже знает, как, что, она будет следить за энцефалограммой, и вдруг она поймает этот паттерн, и она нам скажет, вот сейчас автомобиль у человека в голове, а вот сейчас апельсин. Она может нам нарисовать этот автомобиль. Ну, то есть это, если очень... Надо же натренировать вот такую нейросеть. Конечно, да. На основе данных. Причем надо будет натренировать на апельсин, на мандарин, на автомобиль. Ну, на всех образах. Такие только проблема возможны. В том, что один и тот же паттерн в ЭЭГ может отражать два разных предмета. В этом проблема для... Ну, мы вот сейчас говорим как раз с Романом о том, что надо натренировать на все, а когда вот на все, Дарья права. Окажется, что вот на эти два получилось одинаково, значит, теперь нейросетку надо тренировать так, чтобы она различала эти два. Можно натренировать, там какие-то нюансы найдутся. Ну и как бы, сколько будем заниматься этим, если только одних... И это будет только для одного человека работать. И это, во-первых, будет для одного человека работать, потому что все это связано с его личным персональным опытом. Это, во-первых. А во-вторых, ну что... В языке Пушкина 16 тысяч слов. Значит, на каждое слово надо тренировать нейросетку. И это с одной стороны. С другой стороны, все это движется. Сегодня вот этот паттерн, он более-менее, значит, рабочий, а завтра нет. И более того, я вам скажу, что это вообще не получается ни у кого в мире. Даже натренировать нейросетку, различать апельсин и автомобиль. Совершенно разные категории. Но не находятся различия в энцефалограмме. Мы уже говорили, энцефалограмма такой, в общем, такая слишком сложная структура, слишком удаленная от реального информационно-аналитического процесса сигнал. И поэтому расшифровать там, в общем-то, заранее там не так-то просто. Всего 4, 5, 6 образов сейчас в мире удается расшифровать. И это образы телесные. Я думаю про правую руку, я думаю про левую руку, там с лицом что-то, с ногами. Вот 4-5, и то с вероятностями такими не очень высокими, 0,6, 0,7. Ну, может быть, мы в лаборатории расшифровываем, например, представление человека о том, что он сжимает правую или левую руку с вероятностью 0,85. Ну, 15% ошибок, ничего дальше не идет. И в мире это, в общем-то, самые высокие значения. Так что вот даже в таких простых вещах расшифровки не подается. Дается. Что же мы будем говорить об остальном? Угу. Поэтому о перезаписи мечтать бессмысленно. Есть другой ход. Ну, если вы спросите, я вам тогда скажу. Какой? Ничего не расшифровывать. Это бестолковое, бессмысленное занятие в силу того, что мозг является слишком сложным объектом. Необычайно сложным объектом в нашей Вселенной. Ну вот мы уже говорили, сколько там нервных клеток, и сколько там комбинаций всех этих связей и так далее. Это, и у нас нет никаких технических средств, мы можем подключиться к 100, к 1000, к 2000. Илон Маск вот сейчас сделал станок, который позволяет подключиться примерно к 100 тысячам нервных клеток. Но это инвазивно? Инвазивно. Мы уже говорим об инвазивном. С энцефалограммой тут все понятно, там далеко не двинешься в этом отношении. Угу. Ну, да, будем вводить в мозг больше, и что, больше. А что позволит вот подобную технологию? Ну, 100 тысяч. Вот вы сейчас про нейролинк говорите. Да. В чем, так скажем, ну, есть ли вообще у их технологии какие-то, так скажем, перспективы? Ну, исходно Илон Маск, конечно, он предлагает идею о том, чтобы заняться
расшифровкой. То есть так, чтобы можно было посадить на линию с мозгом, допустим, искусственный интеллект. И таким образом можно передавать в искусственный интеллект, расширить память, увеличить быстродействие мозга, потому что мы будем передавать туда память прямо в искусственный интеллект. Но как передавать? Тогда этот искусственный интеллект должен быть, подготовить такие структуры и декодеры, и драйверы, которые полностью понимают, что происходит в мозге. Но мозгу, ну мы же об этом только что говорили, это не расшифровать никак. Но вот он, его, так сказать, мысль такая, что до сих пор исследователи там втыкались электродами для регистрации какой-то сотни, двух, пяти сотен нервных клеток, а я сделаю 100 тысяч, и тогда посмотрим. И вот это «посмотрим» так и повисло в воздухе, потому что он добился, он сделал этот автомат, который очень ловко, примерно за... там 20 минут, примерно 3000 контактов он может вести. Это робот-хирург, который был разработан, да, для вживления этих электродов, да. Потому что они новые, очень маленькие. Да, да, но он называет это швейная машинка. Она действительно такая, там, ну, условно говоря, такая иголочка, она вкалывается в мозг и тащит за собой очень такой тонкий волосок, тоньше человеческого волоса, а на нем сидит сразу 32 контакта. И дальше вот такие волоски можно воткнуть в кору и глубже там. Поэтому 100 тысяч это обеспечено. Это мы знаем точно, что это все возможно. И он показал уже вживление 30 тысяч контактов. Так что все это есть. Но проблема расшифровки. Мы вот как раз и главная критика в отношении этой технологии, что он ничего не предлагает для расшифровки и вообще не затеял даже эту работу. А она главная здесь. Поэтому и нет никаких перспектив. Поэтому есть другой ход. Вот как раз мы, в частности, уже идем по этим путем. Речь идет о простой вещи. Но вот только что мы с вами говорили. Вы имеете в виду мы, МГУ? Ну, МГУ, и это как бы более-менее известный в мире ход, но просто он только-только зарождается. Ведь каждая такая новая какая-то работа в нашей области, в нейротехнологиях, она требует финансирования. А финансирование, оно организуется по популярности. То есть, если еще, так сказать, недостаточно афиширован подход, недостаточно аргументирован подход, ну как его сделать? Либо надо быть Илоном Маска, и тогда он сам привлекает к себе соинвесторов, либо нужно как-то доказать первыми своими там статьями, ходами, доказать, что это можно. Вот мы идем таким путем, и какие-то исследователи в мире, и у нас в России, может быть, другой путь. Путь очень такой, с одной стороны, очень простой. Ну, вот мы только что говорили, что по энцефалограмме очень трудно отличить, а вообще говоря, не получается отличить апельсин от автомобиля. Если точнее говорить, то можно натренировать эти алгоритмы. Много-много раз человеку показывают что и другое, и в конце концов он немножко начнет схватывать, нейросетка начнет схватывать. Но это тает. Или переобучится. Ну, тает. Но мы про это говорили как раз. Это тает. Это через 20 минут, через час вдруг она перестает распознавать. Во-первых, образ поменялся. А в чем подход? Заключается в следующем. Хорошо, мы сделаем ту же самую систему. Ну, собственно, каждый день вот мои аспиранты и сотрудники работают над такими смежными проблемами, где нужно тестировать эти образы. Это делается вот сейчас для таких нейроинтерфейсных разного рода систем. Но вот берем эту конфигурацию, значит, плоховато идет, но плоховато мы только вот здесь начинаем разгадывать, на стороне мозга. Мы пристроили какие-то нейросетки, а дальше передаем, хотим передать команду каким-то исполнительным устройством. Включить телевизор, там, на манипулятор, что-нибудь такое. Так вот, в качестве исполнительного устройства должен стоять действительно искусственный интеллект. Когда я говорю искусственный интеллект, я понимаю прекрасно, что его нет и в таком настоящем виде никогда не появится. Но элементы искусственного интеллекта, то есть те же самые нейросети. Так вот, нейросеть должна быть настроена на то, чтобы обучиться, наверное, разгадать, что я задумал. Я задумал, допустим, апельсин. Она должна быть настроена на то, чтобы то, что я задумал, по энцефалограмме разгадать. Но если у нее там есть попытки, то она должна иметь со мной какую-то обратную связь. Например, она на телевизоре покажет мне ее предположение. Я вот задумал апельсин, а она уже специальным образом немножко уже кое-что знает.
это не рассеет. Ну, мы ее подготовим. Вообще, что может быть вообще, какие варианты вот человек вообще может выдумать. Не надо уж предлагать. Ну, то есть, это по сути то, что если человек будет, например, думать включить телевизор, переключить канал, сделать громкость повыше, погромче, потише. Да, мы упрощаем пока. Вот апельсин, простая вещь. Ну, апельсин у меня, желтый апельсин в голове. Ну, чем, почему не догадаться? Ну вот, она, значит, начинает предлагать какие-то решения прямо на экран. Например, она мне предлагает паровоз. Я задумал апельсин, она предлагает паровоз. При этом она оценивает, ну, когда я говорю «она», это речь идет о нейросетке, специальным образом подученной немножко. Она оценивает, насколько, вот мой ответ, это горячо или холодно. Это просто уже сделать. Ну, мы это уже можем сделать. Вот просто близко к цели или далеко от цели. Вот она предложила мне паровоз, а мозг не я, а мозг отвечает, что нет, это слишком далеко. Она дальше крутит, еще что-то предлагает, опять с мозгом. И вот она получается в таких интерактивных отношениях с мозгом. А мозг, он же пластичен, поскольку он заинтересован, чтобы она догадалась. Надо поставить испытуемую в такую ситуацию, чтобы она догадалась побыстрее. Там будут так щелкать, допустим, монетки. Ну, допустим, так делается в психологии. И мозг начинает тоже подстраиваться, что да-да-да-да, вот если вот там немножко поднимутся альфа-волны, то она начинает как-то правильно догадываться, потому что мозг-то знает, что... То есть мы обратную связь не даем ей сами, то есть мы не говорим ей нажатием кнопки, например, в том-то все и дело. То есть это все мозгом. Все, в том-то все и дело, это мозг должен на прямой линии, мы вообще тут ни при чем, мы сидим, и только наша задача думать хорошо и ярко про апельсин. И вот в конце концов она предлагает мне футбольный мяч. И, конечно, уже мой мозг отвечает, это уже горячо, это уже много признаков того, похожести на апельсин и так далее. В конце концов, она предложит апельсин. Все, схлопнулось. Здесь очень важен весь этот путь, как она постепенно шла к этой догадке. Фактически, это формирование мозг-машинного языка. А если так? А если вот так? А вот так не так? А вот это горячо? А это холодно? Теперь я буду думать уже не про апельсин, а про яблоко. И эта задачку, эта искусственная нейронная сетка, пройдет быстрее. Ну и так далее, и так далее. И таким образом можно потом следующий образ. Мы не знаем, насколько, как там, как будут одни образы влиять на другие, как нейросетка будет там работать, потому что глубокое обучение – это такая большая загадочная область. Сетки довольно-таки большие, особенно сетки, они могут с нуля обучиться очень многому. Вот в такой ситуации это нейроинтерфейсная технология в контуре обратной связи с искусственным интеллектом. Вот эта новая комбинация, она, пожалуй, позволит разработать, наметки уже есть, разработать такой мозг-машинный язык, но насколько он будет богатый, насколько широкополосный, мы не знаем. Вот мы идем в этом направлении. Я говорю, что мы и другие лаборатории. Это правильно понимаете, что вот как раз вот те эксперименты, когда, например, вот женщина парализована, ей вживили электроды, и она учится использовать роботизированную руку, чтобы, например, взять там яблоко или шоколадку, поднести ко рту и откусить. Да. И как бы вот если... Там нет обратной связи, видите? Да, это, как бы, там нет, но я правильно понимаю, что эта роборука, она учится примерно по тому же принципу, вот. То, что человек представляет себе условное движение, или даже, может, не движение, а чтобы там рука была повыше, он придумает о яблоке о том же, чтобы рука была пониже, об апельсине, или это прямые мысли, то, что повыше, пониже, поближе, подальше и так далее. Нет, к сожалению, взять, отпустить. К сожалению, вот это все не получается, вот для этого нужен мозг-машинный язык. А пока что это делается достаточно примитивно, поскольку это делается не по энцефалограмме, а вживляется такой блок электродов, примерно 100 электродов, и там примерно на эти 100 электродов можно поймать 50-60 нервных клеток. Вот держится под контролем эта активность 50-60 нервных клеток. Предварительно начинаются тренировки. Как эти клетки отвечают, если на экране, например, роботическая рука движется вправо, движется влево, движется вверх, движется вниз, и подсматривается, как откликаются эти нервные клетки. Записывается как бы в память, что если, что в конце концов, если нервные клетки отвечают вот одной конфигурации, это означает, это соответствует движению вверх. А о чем в это время думает человек? То есть это он же... просто смотрит на экран. Ему ничего не нужно думать. Просто мозг фиксирует движение вверх, и нужно посмотреть, как это откликается в разрядах нервных клеток.
тогда человек, когда ему уже просто нужно, чтобы двинулся этот рычажок вверх, но у него точно так же эти клетки сработают, а мы догадаемся, потому что мы уже заранее знаем, что если они определенным образом так сработали, это он, наверное, думает про движение вверх. А изначально ему просто нужно было смотреть. Видите, хотение и смотрение, они переплетены. Если ты видишь вверх, ты учишься. Ну, то есть это, по сути, мы учим вот эти 50-60 нейронов. Да, да, распознавать. Каким-то новым движением, распознавать, которое он никогда распознавать не знал. Движение вверх, вниз, вправо-влево, примерно 8 направлений. Но при этом человек, то есть я просто пытаюсь понять, о чем, вот когда он хочет, чтобы вот эта рука взяла, допустим, чашку, поднесла ее ко рту, чтобы человек выпил. Человек же, сначала тренировка идет просто на программу. А в конце? А дальше, да, человек пытается уже своим желанием переместить эту металлическую руку в определенное направление. То есть уже не конкретными мыслями, а просто каким-то внутренним желанием. Да, хочу туда, хочу сюда. Понимаете, слова тут ни при чем. Тут нужно именно внутреннее намерение. Тут разгадывается именно намерение. Вот в эту сторону. Мы же не думаем, когда ведем автомобиль, вот я сейчас поворачиваю налево, или я сейчас поворачиваю. Это уже ваше внутреннее намерение автоматически передается нам. Ну да, Так и здесь, вот это намерение передается на эти нейроны, а мы должны разгадать, что вот теперь намерение двинуться вправо, а в это намерение двинуться влево. И поскольку сетки исходно натренированы, теперь уже, да, вот она хочет поднести, там, пациентка хочет поднести себе контейнер ко рту, значит, она видит, что вот-вот влево-влево, теперь вправо-вправо. Произносить это не надо, она просто чувствует. Не, я понимаю, я просто вверх, озвучиваю. Да-да-да, вверх-вниз, и это происходит. И это происходит, но при этом нужно, конечно, вот инвазивно. Путем. По энцефалограмме это не удается сделать. А вот как раз Neuralink Илона Маска, он не в этом же направлении двигается, он пытается. Ну вот они до расшифровки не дошли. Они сейчас вот потратили 2-3 года для того, чтобы создать этот автомат для вживления больших массивов контактов. Да, потому что если там это работало со 100 контактами, а тут 100 тысяч контактов. На самом деле он фактически повторил работу Мигеля Николелиса. Они вживили чип обезьяне в мозг, и обезьяна играла в игру Арканоид, где надо было перемещать такую платформочку, есть платформочка противника, и нужно было перебрасывать мячик, друг другу, да. Мячик, да. И эти работы были сделаны давно, вот Мигелем Николелисом, но там была роботизированная рука, и обезьяна управляла роботизированной рукой, она снимала виноградинку с иголочки и отправляла обезьяне в рот. Поэтому, на самом деле, до какой-то расшифровки он дошел, но это такая, это не ноу-хау, то есть это уже сделано. Вот там все дело, что это не расшифровка, это тоже, что говорят между собой нервные клетки, никто не расшифровывает. Просто нашли корреляции, что эта группа нервных клеток срабатывает тогда, когда обезьяна намерена двинуть рычажок вправо, срабатывают, когда влево. Но ваш пример с апельсином и машиной, это тоже же не расшифровка получается. Конечно, это конечно. Это, но это не расшифровка. Вот, да, в том-то все и дело. Это не расшифровка. Это обучение. Но в таком интерактивном режиме, совершенно правильно, они обучаются совместному языку. Они как бы создают новый код. И мы даже тут ни при чем. Мы даже этот код-то не будем потом понимать. Ну, надо будет разобраться, что они там делали. Вот. А так они сами по себе, они разберутся, как сетка там перестраивает свои слои. Это же довольно сложно, если глубокое обучение, довольно сложно понять, как там перестраиваются веса. Она перестраивает свои веса, мозг перестраивает свои веса. Они-то помнят, как это все делается детально. Но мы, опять-таки, в стороне остаемся. Но наша задача – создать этот контур, в котором выработается мозг, машинный язык. При этом они ничего не расшифровывают, они нарабатывают новый язык. Как ребенок учится новому языку в той языковой среде, в которой он находится. Японский, так и японскому языку. Вот. Это как, по сути, как играть в новую игру. Ты учишься нажимать на кнопки, ну, понимая. Да, ну да, совершенно верно. И при этом мы же не знаем, мы же никакие, ни про какие коды там работы мозга не думаем. Мы научились новому языку, и все. А вот какая, в принципе, тогда, ну, чисто теоретическая, так скажем, вот какой чисто теоретический максимальный предел использования этой технологии? То, что, ну, вряд ли, наверное, дойдут до того, что будут усеивать весь мозг электродами, или представим, что возьмут и усеют вот в верхнюю кору всю электродами.
Или вообще, можно ли кроме верхней коры что-то более глубокие? Нет, Илон Маск как раз и вообще вот технологии введения электродов, они на полную глубину мозга, куда надо, туда. А, то есть в любую точку мозга? Ну, конечно. Да. А, и вот какой тогда максимальный предел использования вот подобной технологии? То, что мы усеяли, допустим, весь мозг электродами, ввели там, ну, миллионы или, я не знаю, там, этих электродов. Вот что с помощью них, в принципе, можно будет делать, если чисто вот просто попытаться пофантазировать? Смотрите, здесь пока что даже речь не идет о том, что 100 тысяч или миллион, хотя миллион, ну как, что миллион по сравнению с 86 миллиардами? А, понимаете, с каждым таким 100 тысяч, это уже 100 тысяч этих, 100 тысяч контактов. Даже, мы сейчас говорили только что про 100, а тут уже 100 тысяч, а там еще миллион может да, быть. Да-да-да, но здесь, видите, уже не столько дело вот в количестве этого, этих всех, а вот в контакте с мозгом. А мозг может разобраться, может вот по всего по 30 каналам уже научиться договариваться с этим компьютером, с этим искусственным интеллектом, потому что мозг пластичен, ему надо. Вот у него есть 30 каналов, ну, сделай. Ну, хорошо, не 30, пусть 300, пусть 3000, это все, так сказать. Ну, то есть, это тоже навык обучения. Да, главное, чтобы они научились понимать друг друга в малом, отличать апельсин, допустим, от автомобиля. И дальше, насколько они смогут договариваться, насколько богатым станет этот язык, мы сейчас не знаем. Конечно, это зависит от количества контактов внутри мозга, но тут нелинейная зависимость. Может быть, 3000 контактов уже достаточно будет для того, чтобы развить довольно-таки приличное языковое общение. А что значит языковое общение? Вот вы спрашиваете, а что это даст? Так это же даст очень много. Это означает, мозгу нужно будет, вот вы мне скажете сейчас телефон какой-то запомнить, я сразу его переброшу в память этого искусственного интеллекта, потому что мозг может договариваться. Так же, как мой мозг понимает, как договаривается одна область мозга с другой областью мозга, я же этот процесс не контролирую. Ну, то есть, чисто теоретически, возможно, ну, такая практически фантастическая история, когда человек действительно берет и там такой уставший приходит домой, и автоматически там сразу же чайник начинает закипать, свет включается в комнате, телевизор включается, его любимый канал или сериал на Netflix. Ну, то есть, смотрите, и он просто силой мысли вот начинает всем этим управлять. Вот смотрите, это мы можем прямо сейчас. Это мы сделали. 500 таких комплексов уже на руках. То, что сделали мы, он называется нейрочат. Вот, это прямо сейчас все возможно. Это очень простая, потому что мы натренировались, как распознавать те или другие команды, и, так сказать, все. Это какое-то счетное количество команд. Это никакой не язык. Там есть исполнительные устройства. Каждая команда расписана под каждое это устройство, и все. Ну, что там включить, там, телевизор или что-то. Можно набрать целый текст, мы уже говорили с вами. Там можно набрать текст, запомнить, можно послать другу, можно получить. Все это уже реализовано прямо сейчас. Дело в том, что нужна не такая реализация. Нужно приспособить этот искусственный интеллект как экзопамять и как экзопроцессор. Потому что мозг человека, он силен тем, что он выдает творческие инициативы, озарения. Вот вычислительные? Это за мозгом. А память у него микроскопическая, у мозга по сравнению с современной памятью машин. Быстродействие вообще никакое по сравнению с машинами. Вот на чем нужно выиграть. То есть сложные операции мы сбрасываем, они там прокручиваются и дают нам ответ. Теперь мы как бы используем эти процессорные мощности, и мы их и так используем, но для этого нужно писать программы, там руками все это делать. А если бы так подключить напрямую к мозгу и носить бы вот этот внешний процессор вот в таком объеме в кармане, то и через беспроводные системы просто они будут обменивать, все, проблема памяти для человека будет решена. Ну, то есть, по сути, это быстродействие будет решено, и мы станем более производительнее. Ну, это как интернет в голове, по сути. Ну да, конечно, мы можем пользоваться интернетом, при этом не, ну, справочные всякие дела, конечно, это, так сказать, все. Это... Но тут мы упираемся опять в инвазивность, потому что электроэнцефалография неинвазивная, позволяет задать только там, в районе 5-6 команд, а в инвазивных интерфейсах здесь как раз возможности больше. Но есть другая проблема, и я все жду, когда же Илон Маск
об этом начнет говорить. Дело в том, что электроды воспринимаются нервной тканью как чужеродные объекты, и они начинают зарастать специальными клетками. У нас в мозге есть не только нейроны, но и клетки нейроглии, так называемые, которые обеспечивают работу нейронов. Это такие клетки-няньки. И они защищают нейроны от всех возможных опасностей. Вот электрод представляется для них как какой-то потенциально опасный чужеродный объект. Поэтому они их, электроды, изолируют. И с какого-то момента электроды перестают нормально регистрировать сигнал. И вопрос в том, сколько прослужит даже этот чип Link у Маска в работоспособном состоянии. Ну, то, что, по сути, мозг будет от него, от этого чипа, так скажем, защищаться, как, ну и там, окей, может, это не воспаление какое-то будет? Нет, нет, это будет как раз и воспаление, и все, это уже все показано, это все. А в принципе есть вот технологии, позволяющие, так скажем, вот эту, так скажем, проблему снять. Да, проблему снять, потому что наверняка есть какие-нибудь, условно, в животном мире какие-нибудь паразиты, которые точно так же там попадают в мозг и спокойно начинают там десятилетиями жить, как бы избегая вот этой, по сути, проблемы взаимодействия с клетками, которые пытаются защищать. Но... То есть, но возможно... это проблема свой-чужой, то есть маскируется под своих. Ну да, то, что, может быть, просто каким-то образом однажды научится маскировать и, Ну, видите, Дарья, это контакты. Вам ответ, что вот это такой тяжелый такой ответ, с которым не поспоришь. В будущем научатся делать такие электроды, которые будут вечно в голове. Ну, Илон Маск уже, надо отдать ему должное, он же сделал электроды не металлические, во-первых, они тоньше, и, во-вторых, они сделаны из полимера, который меньше отторгается по сравнению с металлом, но все равно эта проблема не решает. Ну, это как минимум движение в том направлении, которое... Ну, то есть как уже из этого видно, что они эту проблему пытаются решать. Но я хочу, чтобы он ее вербализовал и объяснил, каким образом знаете, они придут все, вот, на мой взгляд, это все надуманные, никуда не идущие технологии, а вообще такой бизнес-проект, на временный бизнес-проект. Потому что там гораздо более важная и существенная другая проблема. Ну что, здоровый человек будет давать себе чипировать, значит, вживлять сотни тысяч электронов, ради того, чтобы расширить свою память. Я, например, не дамся, мне достаточно моей памяти. Вот. Зачем это все нужно? Что у нас есть такое в жизни? Это, наверное, очень дорого будет. Так дело не в этом. Что у нас такое есть в жизни, что нам нужна вот такая память вот даже вот этого процессора, который в моем смартфоне? Нет. Пусть эти телефоны, которые я не помню, они здесь, меня вполне устраивают. И зачем мне нужно быстродействие, которое мне в природе не нужно, такое быстродействие, как компьютер? Не, ну это, может, чисто как функция, то, что кому-то нужно, кому-то не так нужно. Так и дело в том, что если кому-то нужно, он должен понимать, что для этого нужно будет вскрыть ему череп, всадить ему все эти, так сказать, электроды, он будет ходить с этими внутренними, так сказать, электродами в голове, это ему нужно. Вот, я думаю, что большая часть людей от этого откажется, и бизнес такой не пойдет. Ну, тут все зависит от компетенции маркетолога, на самом деле, который будет работать у Маска или уже работает. Ну, это не только Маска. Вообще Маска – это вот тут некоторая такая излишняя реклама, потому что работает много групп по расшифровке. Ну, он просто как, так скажем, гиперболизированный бизнесмен, который пытается заработать. Дело в том, что он-то как раз пока что известен тем, что он сделал машинку для вживления большого числа контактов. Больше ничего. А гораздо более известны другие группы, которые занимаются шифровками. И вот в конце концов ему просто придется передать эту машинку вот этим людям. У него нет этой компании. Это имеется в виду известно в научной среде. В научной среде, да, и в Америке, и в Германии, и в России, в общем-то, занимаются этим делом. Это расшифровка, это совершенно другая область. Она не требует этих всех металлов, всех этих материаловедения, которым занимался Илон Маск. Это информационная такая наука, тесно связанная с психофизиологией. А у него этого ничего нет. И, ну, он, конечно, может нанять новую бригаду, но это будет одна из многих бригад, которые уже есть в мире. Вот, и последний тогда завершающий вопрос, такой закрывающий наш диалог. Что бы вы могли посоветовать аудитории, которая хочет, так скажем, как можно в лучшем состоянии хранить свой мозг на протяжении, так скажем, долгих лет жизни? Ну, здесь простая классика. Не пить, не курить, не принимать наркотики. Но вы знаете, вообще-то, если это тоже серьезно, конечно, потому что это такой момент, фактор, деструктурирующий мозг, токсичный для мозга. Но самое главное, мозг должен активен быть всю жизнь.
То есть, причем творчески активен. Каждый день, каждую секунду человек должен работать на творческие задачи. И это не означает, это не, совершенно не обязательно быть каким-то ученым там или писателем. Ну, например, играть в шахматы. В шах... Все что угодно. Если человек делает, занят, допустим, столярным делом, то у него полно творческих задач. Просто нужно творчески подходить к своему делу. В любом деле полно творческих задач. И вот эта вот творческая жилка, это означает придумывать что-то новое. Это означает, что возникает какой-то новый навык, какая-то новая цепочка возникает среди нервных клеток, и мозг этим жив. Новые связи. Да, и он таким образом обогащается каждый день, каждую секунду, можно сказать. А если человек... уходит на покой в этом отношении, можно сидеть в кабинете, и вроде бы ты не уволен на пенсию и прочее, но ты не занимаешься творческим делом, то мозг уже начинает явно быстро стареть. Ему, просто потому, что ему не нужны эти новые связи, он по работе ему это не требуется. В общем, если ты хочешь сохранить мозг, пользуйся им. Пользуйся, да, творчески, и решай как можно больше творческих задач. Кроссворды – это не творческая задача. Вот, ну, наверное, на этом мы завершим. Спасибо огромное, что сегодня пришли. Спасибо. Было очень здорово. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо, Дарья. Спасибо, Роман.